Так. Сегодня у нас 4 марта, понедельник. На улице настоящая зима, она продолжается. Вот. Но это, наверное, не самое плохое, что она продолжается. Плохое то, что синоптики пообещали, что продолжаться она будет еще до 20-х чисел марта. Поэтому надо психологически подготовиться, что весна — это такое уж близкое. Ох, вертолетик летит. Исчез. Так, еще один, по-моему, где-то гудит. Это просто отзвуки. Да, это отзвуки были. В общем, психологически надо быть готовым к тому, что мерзнуть еще придется недели две. Это, конечно, мало радует тех, кто любит весну, кто любит тепло, кто не любит холод. Что ж поделаешь, весь двор засыпан снегом. Потом снег достаточно такой основательный. Которая тем более еще продолжается весенний месяц. Ну, солнце сегодня яркое, туч нету, давление, видимо, высокое, поэтому часть моих слегла. Тоже не идет им радость эта солнечная погода.